Юридический факультет Казанского федерального университета в рамках благотворительной акции «215 лет добрых дел», приуроченный к 215-летию Казанского университета, провел правовой диктант. Диктант проходит в пятый раз на юридическом факультете. Это была инициатива студенческого совета юрфака. Он приурочен к 215-летию Казанского университета. И не случайно текст, который читал Ильдус Саидович Нафиков, это то, что связано с историей Казанского университета, с его знаменитыми, выдающимися именами ученых, тех, кто делал славу Казанскому университету. Проект «Правовой диктант» направлен на повышение правовой грамотности и носит благотворительный характер. Студенческий совет юридического факультета запустил в честь юбилея акцию «215 добрых дел» в Казанском университете. И сегодняшний день он был связан со сбором литературы, художественной литературы, научной литературы для детей и школьников, которые находятся в трудной жизненной ситуации, которые находятся в детских домах, и все те, кто нуждается вот именно в живом великорусском или татарском слове. Участники диктанта написали текст про Казанский федеральный университет под диктовку прокурора Республики Татарстан, а также выпускника юридического факультета Казанского федерального университета Ильдуса Нафикова. Казанский университет гордится именами многих своих выпускников и преподавателей. Одним из фундаментальных образовательных направлений Казанского университета является юридический факультет. В диктанте юридического факультета приняли участие не только студенты, но и магистры, аспиранты и выпускники Казанского федерального университета. Я участвую вот уже 4 года, все время как являюсь студентом. На протяжении 2 лет у меня были очень хорошие результаты, я становился победителем правового диктанта. Вот, а сейчас прихожу и проверяю свои возможности вновь и вновь. Лично для меня это была хорошая возможность встретиться с прокурором Республики Татарстан Ильдусом Саидовичем Нафиковым, а также принять участие в благотворительной акции юридического факультета. Работу участников правового диктанта будет проверять доцент Института филологии и межкультурной коммуникации Алексей Бастриков. Эльвира Зорина, Фарид Захитаглы, Универньюз.